Давай, Анечка, скажи, пожалуйста, тебе нравится учиться в нашей школе? Нравится. Мне нравится, что тут мы ставим очень хорошие спектакли, тут очень интересные уроки, у нас очень добрые учителя. Я бы хотела еще раз ощутиться в первый раз в этой школе и в первый раз увидеть всю эту школу, то есть в первый раз прийти в эту школу. То есть мне это в первый раз так мне понравилось, что эта школа, господи, говорю, какое это красивое здание. И когда первый урок у нас был, я сначала думала, что тут будет очень сложно там. Сначала мне было неинтересно, а сейчас уже поняла, что тут интересно и здорово. То есть твой самый первый день – это твое самое яркое событие в этой школе? Итак, сегодня, ребята, у вас праздник прощания с начальной школой. Внимание, внимание! Наш праздник начинается. Набрали счастье, пожелания, пускай сегодня не кончается. С грустью со школы прощаюсь, частицу ее волшебства в сердце хранить обещаю. Класс сегодня улыбками ярок, сколько мама, сколько папа, сестер. Даже брат мой, хоть очень занят, но сегодня на праздник пришел. День сегодня совсем особенный. Собрались мы сегодня, друзья, чтобы проститься с начальной школой. Это сделаем вы и я. Вы порадуйтесь за нас, ведь живы пятый класс! Конечно, я очень хорошо. Это надо проверить. Ты знаешь, что такое?
Конечно, просто. Главное, это способность иметь. Обрати внимание, они только про нас и говорят. Понятное дело, любят они нас. И я их очень люблю. Да как же вам не стыдно? Ребята ведь только 4 класс закончили. Им еще учиться и учиться. Кем вы думаете, они станут? Ученики 4 А и 4 Б закончили 4 класс и переходят в 5. Вот так. Это план только для умных людей. Если б не было школ, до чего человек бы дошел? До того человек докатился. Проматура по Алёше, грамотно звучит. Опять превратился. Настя Колесникова. Грамота за участие Насти в театральной студии. Если б не было, если б не было, если б не было школ. Если б не было, если б не было, если б не было школ. Если б не было школ, до чего человек бы дошел? Ел руками бы мясо сырое, ел руками бы мясо сырое. Если б не было школ, до чего человек бы дошел? Весь лохматый в шкуре звериной, он являлся дубиной. Если б не было, если б не было, если б не было школ.